Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1461, события дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей». 13 декабря 2019 года и наше обращение. Помочь купить комбайн нашему фермеру. Вот о них, Параба 6.4, здесь ролика. Я буду проводить дальше, только тормозните, чтобы задержать. Последнее интервью фюрера за сутки до самоубийства Гитлера. Швейцарский журналист Курт Шнейдель взял у него последнее интервью. Ну, так или не так, не знаю. А, Гетте, Адольф Гитлер. Так это было, не так. Ну, просто скинули мне материал, я хочу показать его.
Вот сегодня так. Тут интересный материал скинули. Я желаю его озвучить сегодня. Считать не буду. Ну, а так самое провести, чтобы видно было. Вот так. Как жить не по лжи Солженицына? Почитайте. Мне вопрос задают. «Жить не по лжи» Солженицына показываю. Тормозите курсором и можете все прочитать. Я взял себе материалы. Ну так вот. На этом все.